27 марта 2016 года президент подписал указ о создании в Российской Федерации войск Национальной гвардии. В третью годовщину образования ведомства руководители Ивановского управления подвели итоги работы в 2018 и рассказали о планах на 2019. В соответствии с федеральным законом о войсках Национальной гвардии Российской Федерации, управление выполняло задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении важнейших внутриполитических мероприятий, таких как выборы главы государства, органов власти в рамках единого дня голосования, чемпионата мира по футболу, по участию в борьбе с терроризмом и экстремизмом, по осуществлению федерального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Работы в минувшем году ивановских росгвардейцев было немало. Сотрудники СОБРа и ОМОНа поучаствовали более чем в 400 спецоперациях. Росгвардейцы также охраняли порядок на массовых мероприятиях и обеспечивали силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий. В ходе выполнения задач спецподразделениями задержаны более 1600 правонарушителей. Изъято 18 единиц огнестрельного оружия, 199 единиц боеприпасов, гранаты РГД-5 с запалом, минные детонаторы, 4 минных взрывателя, 50-миллиметровую минометную немецкую мину, 152 и 30-миллиметровые артиллерийские снаряды, наркотические вещества. В поддержании правопорядка на территории региона не последнюю роль играют подразделения вневедомственной охраны. Ежедневно группы задержания обеспечивают сохранность и безопасность свыше 11 тысяч объектов, в том числе 13 объектов, подлежащих обязательной охране войсками Национальной гвардии. За 2018 год на охраняемых объектах, квартирах и МХИК и в отношении охраняемого имущества выявлено 1066 правонарушений. Из них 38 преступлений. Краж сохраняемых объектов не допущено. Нарядами вневедомственной охраны задержано 897 лиц при попытке совершения хищений. При этом изъято материальных ценностей на сумму 1 миллион 298 тысяч рублей. Особое место в работе Росгвардии занимает лицензионно-разрешительная работа. В Иванове более 24 тысяч владельцев оружия, имеющих в собственности 36 тысяч его единиц. Проведено без малого 18 тысяч проверок условий обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено 930 нарушений, изъято свыше 600 единиц оружия и 2500 боеприпасов к нему. При этом аннулировано 132 лицензии и разрешения. Каждая годовщина образования ведомства – это окончание одного этапа работы и начало нового. Планы на 2019 год определены. Работа по всем направлениям будет продолжена. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.